Ребят, вот сейчас буду сверлить баллон с монтажной пеной. Это предварительно тут выползает еще что-то. Уже давления там практически нет. Вот, но все равно надо сохранить меры предосторожности, да. Поэтому немножечко отойду, потому что пена все-таки не очень хорошая штука. Не хотелось бы уделаться в ней. Вот сейчас посмотрим, как вот есть контакт. Он просверлили, тут еще немножечко выползает она у нас. Вот, но это ненадолго. Сейчас надо как можно быстрее мне засверлиться, чтобы шуруповерт немножко пострадал, чтобы прочистить его. Все, всем пока.